Начну с актуального. День столицы. Уже на этих выходных по всей стране, всем известно, будут масштабные гуляния, празднования проходить. Но, конечно, самые главные, самые, наверное, красочные, интересные события все-таки здесь будут, в Нур-Султане, происходить. Так вот, со ссылкой на сайт Акимата города сообщает редакция «Вечерней Астаны», что в этом году ко дню столицы, в самой столице пройдет больше сотни мероприятий, более 80 из которых бесплатные. Отличает нынешнюю программу социальная направленность и ориентированность на массового зрителя. Деньги с продажи билетов платных концертов и театрализованных постановок пойдут на благотворительные цели, сообщается. Также организаторы концертов заявили, что вырученные от продажи билетов деньги будут перечислены на счет фонда помощи пострадавшим жителям города Арыси. Ну, хочется также отметить, что не будет и ранее запланированного ко дню столицы фейерверка. Инициативу Акимата города Нур-Султана поддержали спонсоры праздничных салютов и изъявили желание направить все предусмотренные средства на проведение салюта в фонд помощи пострадавшим жителям города Арысь. Кроме того, в праздничных мероприятиях примут участие 200 детей из города Арысь, прибывших на этой неделе в Нур-Султан. Немного выше по карте Петропавловск. Север страны. Думаю, следующая новость будет интересна всем туристам. Петропавловск Ньюс публикует список из 10 малоизвестных достопримечательностей города. Никогда кто не был в этом городе, да и те, кто был, сообщается в публикации, скорее всего, не знают точно о местонахождении и истории этих мест, которые перечислили. Пушка, труба, лестница в реку, послание на песке. Картинный подъезд, если вы не знаете, что это, но хотите узнать, смело заходите на сайт газеты Петропавловск.кз, читайте, где можно найти эти достопримечательности. Ну, остановлюсь на одном заинтересовавшем меня лично объекте, это лестница в реку. Давайте послушаем небольшую цитату, как описывают этот объект. Эту лестницу можно увидеть только с левого берега реки Ишим, с того места, где находится Петропавловская Атлантида, напротив комплекса зданий Горводоканала. В излучине реки в берег встроена каменная лестница, ведущая прямо к воде. Постройка частично разрушена. О ее предназначении можно строить множество догадок, но совершенно точно это связано непосредственно с работой предприятия. Ну, по мне, так очень интересно, и обязательно, когда буду в следующий раз в Петропавловске, посещу именно эту малоизвестную достопримечательность. Напомню, в одном из предыдущих выпусков, совсем недавно, обзора прессы, я рассказывал о конкурсе в Карагандинской области на лучшего, получается, участкового инспектора. Так вот, лучшим был признан Дамир Жапаров из Абайского района. В финале конкурса номинантам было предложено написать эссе на тему повышения имиджа службы участковых инспекторов полиции, распространения положительных форм и методов профилактики правонарушений. Кроме того, каждым участникам были внесены предложения, касающиеся изменений и дополнений в действующее законодательство, аргументированы и раскрыты основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться в рабочей деятельности с учетом специфики обслуживания региона и его административного участка. Нелегкая задача даже для людей такой сложной, казалось бы, профессии. Действительно, теперь Дамир Жапаров будет бороться за аналогичное звание на республиканском уровне. Ну и завершить свой обзор прессы хотелось бы новостью со страницы газеты «Диапазон». В 2018 году в Актобе посадили около 15 тысяч деревьев на 178 миллионов тенге. В 2017 году 131 миллион тенге. Был выделен, посадили около 25 тысяч деревьев. Но их не поливают, деревья высыхают, и бюджетные деньги выбрасываются на ветер. Если почитать, сколько денег на озеленение было выделено за последние 5 лет, мы должны жить в лесу. Это слова депутата Маслихата Актобе Далгата Хамитова. Дело в том, что на сессии гор Маслихата финансисты отчитались, куда тратятся бюджетные средства.
114 миллионов тенге в 2018 году потратили на содержание парка имени первого президента. В 2017 – 80 миллионов тенге. Но состояние парка оставляет желать лучшего. Куда деваются средства, которые платят за аренду предприниматели, там работающие, непонятно. Чтобы деньги из бюджета тратили эффективно, надо активнее быть депутатом. Мы с зам. Акима Бесембиным и членами общественного совета проверили дороги. За 5 объектами закрепили депутатов. Ну, действительно, куда деваются средства, как было сказано только что в цитате. Очень интересно, будем надеяться, что порядок, грубо говоря, наведут, да, и, по крайней мере, касательно деревьев, ну и о том, о чем было сказано, опять-таки, в цитате, больше беспокоиться, ну, по крайней мере, в ближайшее время не придется.